Всем привет, с вами Аракис, и это очередной выпуск Войны Гильдии. Итак, начнем. Воюем с такой гильдией, как Бэк. Посмотрим на плюс 3. Так. Угу. Райан, ничего себе. Еще не воевал против него, не знаю, что он может. Кстати, да, можно посмотреть лук защиты. Так, Етук. Начнем, наверное, с последнего. Да. Так, первую атаку пройдем через Вальку. В принципе, она так и есть. Вот, а во второй будем... Угу. Так, я думаю, нужна огненная пачка, чтобы атаковали раму. Я думаю, Тайрон не накажет всех пока. Так, нет, наверное, все-таки возьмем ведро, да. Поехали. Я не уверен, я во второй пачке. Так. Опять же, хорошим раскладом будет убить белку. В принципе, неплохо, но вот немного не хватило, чтобы убить белку. Ай-яй-яй. Нет, слабый урон. Так, 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 с кого же мы начнем? Я думаю, с Бриана. Да, Тайрон мешает, конкретно мешает. Сейчас попробуем убить Бриана. Ого-го. Ну вот, почему-то мой Тайрон не выдает такие мультиатаки. Так, убиваем. Думаю, Тайрону снизим. Не получилось. Ого, потеряли мы. А тут вот уже опасно. Мы все равно будем бить Тайрона. Бешеный какой-то Тайрон попался, если честно. Не добью я его. Ого. Так, лучше добить его, да, чистым выстрелом. Останавливаться не буду. Вот сейчас очень плохой расклад, так как можно схватить несколько станов подряд. Ну вот. Но я думаю, хватит урона. Да, потерял, конечно, Ифрита, это печально. Итак, с кем мы дальше повоюем? Первая пати, а вот второе я, конечно, Хву, наверное, не осилю. Так, и так, давайте попробуем дальше, так как я просто солью. Можно попробовать первый. Да,
попробуем. Хотя валькирии, конечно, не нельзя будет атаковать. Так, что же мы попробуем? Попробуем через Тайрона Верада. Кого бы еще им добавить? Для того, чтобы мог танковать. Водяную пачку попробуем. Ну, в принципе, да, почему бы и нет. Подхил есть небольшой. Вот, а во втором пати мы используем кого же? Можно, в принципе, взять так и взять. Хотя лучше будет для того, чтобы Катарина била Мишку нашего, кого-то с огня взять. Придется, наверное, взять вот так вот нам. Итак, да, начнем. Кого же мы первого будем убивать? Я думаю, Ифрита. О, хорошо получилось. О, вот что значит он делает своим третьим скиллом. Так, убьем Барету, я так понимаю. Везет мне, конечно, на станы. Они даже и походить толком не могут. Вот, увидите. Итак, добьем. Почти. Один крит всего лишь был. Итак, второй бой. Вот сейчас, конечно, если Хлоя кинет свой иммунитет, то Валька может очень много чего сделать, главное, чтобы не убило медведя. Но если я кину иммунитет... Нет, походим так. Ну, сейчас посмотрим, что у нас делает Валька. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ударь. А, вот и провал. Не повезло. Попробуем, конечно, через Барету. У него, по крайней мере, много хп. Тут главное убить Вальку. Хотя я сомневаюсь, что я вытяну этот бой. И бьют Барету постоянно. Так, не будем тратить иммунитет. Ну, неплохо. Сейчас можно использовать. Все никак не получается добить валькирию. Просто если я переключить на Веромоса, то я его стабильно не убью, так как у него хп побольше. Хотя она мешает больше всех. Может, вытяну до ничьи. Барету мне, в принципе, не жалко потерять. Ай-яй-яй. В
принципе, можно кинуть. Вечно Хлоя мешает своим подхилам. Нет, не вытяну я, но постараюсь на ничьей добить. Не повезло, конечно, в начале. Две атаки прошли в раму, а у него всего лишь 34 тысячи хп, так как он в вампирике. Плюс руна недоточенная. Главное не потерять, конечно, сейчас Хлою. Хотя третий бой я вообще не представляю, как теперь ее вытяну. Ну уже где же ничья? Последняя атака. Нет, нет, нет. Ничья. Ну ладно. Итак, я так понимаю, на плюс 3 у меня просто монстров не хватит вытянуть. На первой атаке точно не вариант. Тоже у меня остался бэт. Нет. Разве что. Да, на первой пати мы, скорее всего, возьмем. Вот так. Можно взять также через хил сыграть, попробовать. Надеюсь, Эсна не убер сильная. Как она будет бить нашего Вигоря. Вот, а во второй пати кого же мы сделаем? Веромос у нас еще остался. Вот вторую пати я не представляю, кем. Может попробовать так. В принципе, как вариант, если пропрет на станы. Только я думаю, лидерку поставить на скорость или хп. Наверное, все же хп пускай останется. Так, сейчас пополним энергию. Так. Первым через комнату атаковали. Так. Смотри, я уже забыл, кого я поставил там. Вот, вот так все было, да. Вот, едем дальше. Стойте, кто же у меня был в первой атаке? Что-то я запутался. Да, все правильно. А здесь мы используем. Так, все, поехали. Не уверен я, конечно, что это к чему-то приведет. Быстрый, конечно же, Бернард. Итак. Да, я думаю, кинем. Вот, итак, кого же мы будем первого убивать? Наверное, петушка этого. Не хватило урона. Сейчас, скорее всего, подхилится. Ну, конечно же. Ну, в любом случае, нужно добить Канами. Ой-ой-ой, правда, сейчас не выживет, наверное, наш Вигорь.
Слишком слаба моя пати. Еще и Канами часто ходит. Хотя бы ее бы добить. Ну вот и пришел конец. Я говорю, наверное, 30 тысяч. Но неплохо, конечно, выдало. Три. Неплохо, да, неплохо. Ну, вы видите, здесь, конечно, проигрыш. Эсна чересчур сильно оказалась. Посмотрим, что у нас во втором раунде произойдет. Вилл руна. Неплохо выйду. Так, будем мы сливать, наверное, белку первую. Хотя у меня ни подхила, ничего нету. Сейчас первый убьют моего Веромоса, скорее всего. Но если мы не сольем белку, она всех подхилит опять же. Потеряли мы. Да, здесь, конечно, тоже проигрыш будет. Потеряла своих более-менее сильных персонажей. Контратака, Виолент. Все в подобных рунах. Ну, вон, да. Не будем тянуть. Ну, так, в принципе, вот. Вот так закончилась наша война в этот день. Точнее, моя победа, ничья и проигрыш. Будем стараться лучше, конечно же. Посмотрим. В дальнейшем хочу сделать видео по поводу вот этого вот магазина, который я сейчас просматриваю. Считаю, будет достаточно интересным, если я потрачу на него около 1000 кристаллов, то есть на вот это вот, видите, обновление по 3 кристалла, и посмотрим, что же даст нам этот магазин. Возможно, попадутся хорошие руны, ну, свитки, мистики, это понятно. Надеюсь, конечно же, на руны, потому что руны нужны больше, наверное, даже, чем новые монстры, так как их просто не во что одевать. А так как 2 недели, вот, фарм конфет, поэтому новых рун у меня точно не прибавлялось. Ну, в общем, вот так. Спасибо за просмотр данного видео. Всем спасибо. Побед вам на ГВ. Пока.